Ребята, всем большой-большой привет, всем огромное спасибо большущее за просмотры, за лайки, за комментарии. Всем огромное спасибо, подписывайтесь, мне очень приятно. А сегодня у нас вот такие булочки, смотрите, еще горяченькие. Замечательные булочки с сыром. Кому интересно, смотрим и посмотрим, что получится в конце. На наши замечательные булочки нам понадобится. Вот здесь я ложку сахара высыпала. И понадобится 100 грамм молока, 150 грамм молока и 100 грамм воды теплые. Вот я смешала. Вливаем сюда. Сахар из общего количества нам понадобится на все тесто 50 грамм. Чтобы не было горячее, теплое. Высыпаем сюда, в это молочко, 7 грамм дрожжей. Сухих дрожжиков. Надо, чтобы они растворились. И сейчас сюда положим несколько ложек муки. 450 грамм нам понадобится муки. Вот мы сюда, ну, за 4 ложечки бросаем, сделаем такую опару муки с общего количества. А всего надо 450 грамм. Все хорошо перемешиваем. И поставим в сторону, чтобы это все начало работать. Очень быстрое тесто такое, очень вкусные булочки, такие с сыром, очень вкусные, замечательные булочки. Булочек есть разных полно, но есть и такие. Надо попробовать все. Все, накрываем и ставим в стороночку, минут на 10-15, пока мы все подготовим. Ребята, смотрим на наши дрожжечки. Смотрите, как они хорошо подошли. Хорошие дрожжи у нас. Теперь сюда сыпем чуть-чуть соли. Все это размешиваем. И сахар остальной. Все это хорошенько размешиваем. Добавляем потихоньку муку. Теперь сюда добавляем, нам надо 50 грамм подсолнечного масла. Половина выливаем. Половина потом. Замешиваем тесто. Хорошие дрожжи. И теперь высыпаем всю муку и замешиваем тесто. Уже ручками. Вот такое тесто у нас должно получиться. Оно не прилипает ни к рукам, ни к столу. Вот какое. Ставим чашечку, отправляем в теплое место на расстойку на полчаса. Ребята, и вот наше тесто. Пока мы его не трогаем, нам понадобится сливочное масло. Сливочным маслом смазываем стол рабочий. И теперь на этот сливочный стол намазанный прилаживаем тесто без обминания. Так, оп.
теперь мы его вот так прямо руками растягиваем. Вот такое оно мягкое, красивое. Такие у нас будут сейчас булочки. Так они делаются. Без раскатки. По маслицу. Нам понадобится еще сырочек. Нам понадобится еще вот 150 грамм сыра на мелкую терочку. Смазываем тесто маслом. Вот так вот. Край защипываем, где они у нас соединяются, к центру. Тесто очень нежное. Все руками поправляем. Смазываем маслом. И это все посыпаем сыром. Сыр на мелкую терочку надо натереть. Любой сыр, только тот, который не течет. Плавится, но чтобы он не потек. И теперь слаживаем до половины с этой стороны. Ту сторону и эту сюда же. Вот так. Тоже щепливаем. Мажем маслицем. Чуть-чуть сырка, остатки сюда. И слаживаем опять в бой. Вот такое тесто. Мы чуть-чуть руками еще растянули. Теперь делим на 8 частей. Должно быть 8 булочек. Сначала ножом. Вот должно быть 8. Штучек этих. Такое нежное тесто. Будут нежные вкусные булочки. Вот так. 8 штучек. И попробуем это дорезать. Они хорошо отделились. А теперь смотрите, что мы делаем. Берем и вот так вот скручиваем. Видите? Чуть-чуть растягиваем, скручиваем и сворачиваем. Чтобы оно не разошлось, склеиваем и ставим на противень, далеко друг от друга, чтобы оно не мешало. Очень просто, смотрите, раз и скручиваем. Вот такая красота получается. И заворачиваем.
все под низ, чтобы оно не раскрутилось. Чтобы была такая дырочка, вот такие красивые. И ставим на противень. Ну, в таком сантиметра 2-3 расстояния оно еще будет подниматься. Вот. Очень ароматные, с сыром. Просто оно очень податливое тесто. И под низ. Все напротив. Духовочку включаем 200 градусов. Пекутся они минут 15-20. Вот, ребята, наши булочки. И теперь берем желточек и ложку сметаны. Перемешиваем. И смазываем их. Духовка должна быть уже включенной. Нагретую духовку. Смазываем и отправляем в духовочку. Наши булочки готовы. Смотрим на них. Смотрите. Все горячие. Смотрите. Как они слоятся. Ну, еще горячие. Смотрите. Очень вкусные. Очень. Нежные, мягкие, с сыром. Готовьте. Замечательно. Не тяжело. И готовить совершенно не тяжело. Смотрите. В холодном виде ничего горячего. Даже тяжело их разматывать. Видите? Всем приятного аппетита. Готовьте. Пока-пока.